21 марта в администрации города прошли депутатские слушания. На повестке народные избранники рассмотрели 7 вопросов. В числе изменений, которые будут приняты на ближайшей сессии, запрет на размещение материалов за пределами дома, а также пересмотр графика работы громкой коммунальной техники. С этого года собственникам запретят складировать и хранить уголь, дрова, стройматериалы, крупногабаритный мусор и отходы за пределами своих домовладений. Ранее это было возможно, но не более 7 суток. А коммунальщикам придется пересмотреть время проведения уборочных работ, которые сопровождаются шумом. Изменения в правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на городской территории коснутся и строителей. Раньше у нас обязательство для застройщиков содержать прилегающие территории вокруг строительной площадки. Сейчас, в соответствии с законодательством, они это делают только внутри своей строительной площадки. Все, что за площадкой, это муниципальная территория и подлежит уборке только муниципалитетам. Теперь будут убирать только внутри строительной площадки, по их вине они вынесли за территорию строительной площадки на муниципальную территорию. По крайней мере, если он что-то выкинул, и мы это смогли зафиксировать и доказать, естественно, мы составляем протокол. В этом случае ответственность за выявление нарушений со стороны строителей ложится на управление жилищно-коммунального хозяйства. Но не принять новые правила депутаты не могут. Этого требует закон. Изменения предстоит внести и в устав города. Коснутся они землепользования, градостроительства и других сфер. Окончательные решения будут приняты на очередной сессии Совета депутатов 28 марта.